Около 4000 зрителей собрались в Самарском дворце спорта, чтобы увидеть игру с командами высшей лиги КВН. Коллективы соревновались за Кубок Самарской области. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. За Кубок КВН Самарской области приехали побороться команды из высшей лиги. Они выступают на федеральном телевидении, а в этот раз будут удивлять зрителей областной столицы. На мероприятии собрались около 4000 человек. КВН – это наш национальный бренд, и в Самарской области мы стараемся его развивать и поддерживать. Команда приехали из разных городов России, и не только. Столик из Чулыма, сборная Снежногорска из Мурманска, Доктор Хаус из Белоруссии и сборная Самарской области. Будут разные номера в составе даже, допустим, одного приветствия, поэтому должно получиться ярко, креативно, интересно. По крайней мере, мы старались. А как это получится в итоге для зрителей, понравится ли, мы узнаем в ближайшее время. Я думаю, просто, наверное, единственное, сегодня просто пусть наслаждаются все игрой, правильно? Ну, конечно, хотелось бы. Хотелось бы. Команды представили свои номера в двух конкурсах – приветствие и золотой номер. Здесь же йога! Мне просто сертификат подарили! А, так вы первый раз! Намасте! И вас с Пасхой! По итогам конкурсов победила команда «Доктор Хаус». Кубок они забирают в третий раз. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.